себя, что у них подорожал. Подорожало. Ну, немножко, конечно. Да, не, да. Ну немножко, Люба. Все равно это каждая посылка на $5, и вес вместо за 1 паунд было 2,19, а сейчас стало 2,49 или 39. Вот так немножко подорожало. Я вот вообще на почту ношу, я даже не могу сказать, сколько паунд у них. Я примерно знаю, одни и те же коробки посылаю, что будет $200. Но это за 27 паунтов. Да. А за 40? Я один раз... 44 паунда. Будем писать квитанции 44. Представляете, 44 паунда. 30 килограмм посылка. Да. 31. Потому что там в этой написано, если вы высылаете в течение месяца больше 31 килограмма, значит, и можно и выслать и больше, но из-за избыток будут... А, я еще тебе забыла один трюк, ну ладно, потом скажу, что надо будет доплачивать им, если будет больше в течение месяца. А, одну посылку нельзя коробку больше 44 делать, поняла? Больше 44 они, да, ну, да. У них лимит на одну коробку. Да. Но если ты посылаешь несколько маленьких посылок, то одному человеку в течение месяца нельзя посылать больше вот 31 килограмма. То есть вот 31 килограмма. Нет, Люба, я неправильно тебе все говорю. 31 килограмм, да, это так. Это знаешь сколько? Это не 44 паунда. Я просто что-то вся. Много, ты сказала, запуталась. 30 килограмм. Это 20 чем-то будет килограмм, да. Люба. Это 31 килограмм. Это у них ограничение посылки на месяц. Веса на месяц. Еще есть у них такой трюк, что надо было посчитать длину, ширину, высоту, все умножить и разделить на 139. В смысле, это надо сделать? Ну, мы сделаем уже теперь, ну, завтра. А зачем? Ну, что? Винчик посчитать высоту, длину и ширину. Это указывают они где-то? Нет, это, слушай, для чего? И все это перемножить надо будет. Высоту, длину и ширину. Я всегда каждую посылку проверяю, потому что один раз у меня ушли экстрамани, я спросила, она мне объяснила. Вот потом все перемножаешь и делишь на цифру 139. У тебя должно быть получиться столько же, сколько на весах. Вес такой же или больше. Если будет меньше, чем вот эта цифра, у тебя все равно вычтут такую же сумму. Вычтут не по посылке, а по этому весу, если он будет превышать, поняла? Угу. То есть или одинаково должно быть с посылкой, или посылка еще должна быть тяжелее. А если будет меньше посылка, они вот однажды я сообразила, думаю, ой, маленькую, легенькую, что-то вот так, раз-раз. А они посчитали, я говорю, а почему стоит? Она говорит, а потому что у вас вот превышает. Я такого не знала, пока меня не высчитали экстрамани. Ну там немножко, конечно, но все равно у меня все под контролем. Я так просто это на самотек не пускаю. Потому что, видишь, я посылаю, я уже знаю, сколько денег они с меня возьмут. Ну, еще раз напомни, сколько ты вот посылаешь посылок? Ой, я не знаю, последнее время я активизировалась, может, последние 2 года я стала больше посылать. Раньше я посылала очень мало, особенно когда я не знала мест Америка, по почте дорого, я не знаю, может, 2 посылки я в год посылала. Сейчас больше посылаешь? Сейчас я посылаю достаточно много. Я посылаю, вот если посчитать, каждый месяц. Один месяц сыну, один дочери, сыну, дочери. Но я такие большие не посылаю. Я сейчас по 32 паунда. И будет цена им $96. Мне просто, знаешь, ну, чтобы мужу в глаза сильно не бросалось. Тоже, да, вот они думают. По листу. Как вот у Дэниела шок. Он не понимает. Раз в год послала, какой шок может быть, ну, это вообще? Шок от того, что вот это я вожусь с этим. Ну что раз в год всего, ну как же скажи, все равно. Ну, моя ну твой дочь, же тоже не понимает. Моя дочь и мой внук. Да, ну твой же тоже не понимает. Ну он понимает, но он не понимает, что так много. Вот. Он так много. Что много, да. Да. Я начинаю, ой, ну и носки, и трусики, и сливчики. Жалко же. Да, особенно когда, вот я говорю, мы ходим с его часто по магазинам распродажи. Вот смотришь, оно
дешевые. Так дешево. Так дешево. Я говорю, я не могу не купить. Ну что? Тем более в руках у меня карточка. У меня же нет денег наличные. У тебя кредитная карточка муж дает, да? Но он тебя ограничивает вот месяц сколько тратить? Нет, он не говорит конкретно сумму. Просто я когда вот стал говорить, вот прямо год вообще ничего, наверное, последний не говорил. А вдруг вот сейчас он знал, как бы меня это... У меня первые годы тоже не говорил. Но знаешь, уже мы живем с ним 18 лет, уже теперь ворчит. Во-первых, знает, как тяжело работаем. Опа. Все на тяжелых работах. Нет, ну раз в год я все время объясняю. Мой день, да, день рождения же. Я объясняю мужу, что в России жизнь совсем другая, совсем другая. Да, есть все, но нужны деньги. Вот. И мои дети не миллионеры. Они вот просто вот работают. У Стаса четверо детей, он один работает. Он один работает, жена у него больна. В Краснодаре? Да. Сколько? Четверо деток? У него четверо, да. А Кристина, все у него вот так вот, личная жизнь так сложилась. У дочки, очень, да? Да, они разошлись с мужем, вот как-то все так, знаешь, получилось не здорово. И я говорю, я буду помогать, да, мне пять внуков. И как хочешь, мне это доставляет. Во-первых, шопинг, чтобы от дома, от домашней работы, я же не хожу на работу, а целый день сижу дома. Я вот раньше тоже с удовольствием, сейчас, конечно, видимо, наверное, старею. Хожу и ворчу, знаю, что ворчу. Но вот, видимо, вот труднее мне стало выбирать, понимаешь. Трудно определить, какая вещь подойдет или не подойдет. Вот, начинаю вот доходить, круги наворачивать. Ну, Люба, я их призываю все время мне эти измерения посылать раз в полгода. Но у меня на это просто времени нет. Я понимаю, да. У тебя совсем... Еще с этими сантиметрами ходить. Конечно, конечно. Я если прибежала в магазин, я, мне кажется, вот как прибежала тогда, думаю, в Walmart, все, я должна сегодня все оставшееся, что мне надо, купить. Мне уже некогда по другим магазинам искать, где дешевле. Я тебя понимаю, Люба, да. Абсолютно. Вот я знаю, просто когда я работала, ну в России здесь я не работала. Но все время меня критикуют, жизнь? Критикуют, зачем ты посылаешь вещи? Ну а что такое? Это тряпье, можно все купить в России. Ничего, раз в год, это приятно. Люба, ну твои же дети вот рады. Они очень рады. Конечно. Они вообще все рады. Еще при мне посылку открывают. Я прошу открывать иногда хоть на при скайп. Мне. На скайп это вообще так радостно. Нет, я не знаю. Эмоции видеть, конечно. Мне вот мама даже, вот я как-то рассказывала, я в Волгодонске была, она даже фарш мне выслала. Это вообще фарш. И он дошел, и я нюхала, его нюхала, не пахнет. Думаю, ну что, ну свет изменился, он был уже как бы не розовый. Думаю, что делать? По-моему, мы ели. Ну что, вообще что-то по талонам все были эти продукты. А я помню такую жизнь, это было просто ужасно. Просто ужасно, денег не было. Да, мы с мужем два врача, денег нет. Да? Я у соседей занимала. Они одинокие женщины, две соседки. Я по 10 рублей, тогда такие вот деньги были. Я по 10 рублей до зарплаты. И вот они меня выручали. Ну, я вот такая вот все время. Но все равно вот, я не могла уложиться все равно. Когда бы не было, я никогда не укладывалась в эту зарплату. Не знаю, у меня дочь такая. Я, например, никогда ни у кого не занимала. Я всю жизнь занимаю. У меня дочь, вот почему у нее... Ну, ты вроде нормально, ты все рассчитываешь. А моя дочь, вот она как-то вот любила почему-то занимать. И мне кажется, так и живет. И вот сколько бы ни было, она все равно вперед. Ну вот как мы сейчас. У меня тоже вот в этом году кредитка, конечно, быстро наполнилась. Очки там дорогие. Девочка, там, ты возьми зубы. Еще, какая у тебя кредитка? Надо где кэшбэк? Вот ты истратила, тебе же хоть 1-2% возвращается. Вот Freedom, самое хорошее, из Chase Freedom. Chase Freedom называется карточка. А, Chase Freedom, одна она такая. Это банк Chase. А оттуда карточка, у тебя с какого банка? Банков Америка. Банк Америка. Там тоже как бы и неплохо. Но вот ты обрати внимание, Chase и Freedom называется карточка. Вот это. Там то ли 2% что ли возвращается. Да. Там вот идет возврат.
Ну, потихоньку. Вот надо открыть как-то, да. Ну, это была открыта просто, знаешь, большая сумма и... Ой, я никогда так боялась всегда в кредит, вот в России, я так боялась, никакие не брала. Вот кредиты у меня были тоже, но вот этой, чтобы кредитной карточкой рассчитываться, ну тогда еще не это было, ну, не популярно, да, в те, да, времена, да, когда я... Ну быстро, вот я все держалась по минимуму, но быстро набегают, конечно, быстро набегают. Вон Ирочка будет, давай уж. Все, пока, помашем подписчикам. Ой, пока-пока. Мы у Иры, она это тут же алоэ, да, вот это? За бумажками алоэ, приехали. Да, это алоэ. Люба, у меня кавардак-то что-то самое. Вот нарвала алоэ, каланхоэ, это я из России все привезла. Ну, как, смысле, из России, да. Ростки привезла, его у меня уже в саду наросло. Золотой. И что вот ты теперь вот это будешь делать с этим? Что? Зелье. Зелье, да, колдовать. Ну-ка, рассказывай. Вот и начала, пока вас ждала, в общем... Все там мелю, так, все это смешаю вместе, использую для волос сок, чтобы волосы укреплялись. А я думала, коктейль делаю. Могу пить это, как бы там ложку могу съесть, ее там на лицо маски. Да. Люба, это витамины самые наилучшие. Травники, особенно все травники. Золотой ус. Ты знаешь, что они что-то такое? Вот это золотой ус, ну, я помню, да. Мы делали больные золотого. Девочки, уста. Что не заболит, хоть зуб, там, хоть одно место, хоть другое, везде вот приложишь, и все проходит. И геморрой тоже. Это в моем вкусе. Да, я люблю. И это тоже. Я люблю фитотерапию. Я тебе могу дать отросток, если тебе надо. Мне он уже в саду. Давай я посажу себе. У меня алоэ Кристина посадила. Они гуляли с ребенком и увидела, где-то растет алоэ. Она отхватила, я посадила. Алоэ тоже тебе могу отдать. И у нас два больших алоэ. Каланхой тебе могу дать. Вот каланхой давай и вот золотой ус. Алоэ у меня вот есть. Чем каланхой от алоэ отличается? Ну это как бы... Ну, все для здоровья. Вот это каланхой? Это каланхой, а вот да. Алоэ. Алоэ вот. Ну вот это алоэ вера, а столетник? Люба. Это и есть алоэ. Это и есть одно и то же, вот да? По мне, вот, знаешь, одно и то же. Одно и то же, это да. И есть хоть алоэ вера. Назови, алоэ вера столетник, да? А вот это совсем, это что говоришь? Это каланхоя. Каланхоя так выглядит. Я помню маленькие отросточки, у тебя большие. Ну пошли, я на саду тебе покажу. Ирочка, давай мне, я посажу обязательно. Так, все, мы сейчас хозяйство. Пойдемте. Экскурсию. Вишена вот это сама все делала, венецианская. Да, у нас вот было не острее. Подожди, это было. Это венецианская? Нет, это не обои. Что это? Краска. Это все сделано на 3-4 раза, нанесено, все отполировано. Единственное, что не делала, лаком не покрывала, потому что... И так блестит. Ну, это, нет, лаком, это когда через покрываешь... Через клише, да, ты как? Через клише или как? Какое клише? Я не понимаю, как руками это делается. Руками все. Ну, все вот ты покрасила. Ляп, вот так вот. Вот так примерно покрасила, да? А потом почему? Вот эти маски там делала. Нет, это у него было покрашено, я немножко тут подровняла, но не совсем, потому что, по идее, надо, чтобы это все было гладко, как стекло. Вот видишь, покрашено было, вот видишь, вот эти вот точечки, это из-за того, что не идеальная ровная поверхность. У него было это, да? Нет, у него просто покрашено. Просто было покрашено стены. Так, а ты как сделала? Я опять не пойму. Загрунтовала первым делом, грунтовка. Потом наносишь в 3-4 слоя, там, как получится, хаотично, вот эти вот мазки. Все это просыхает, каждый слой сутки должен просыхать. Потом самое тяжелое начинаешь руками полировать. Машинки никакие, вот я покупала разные машинки, все это ничего. Смотрите, нет, оно просто эффект такой не дает. А вот когда руками вот полировываешь, оно уже начинает блестеть. Угу. Это только одна стена, да, у тебя? Нет, вон, ближе. Вся комната еще вот этот вот. Или вся комната. А здесь что, другой цвет? Здесь другой немножко цвет, да? Вот, тут другой. У меня три цвета получается. Коричневый, этот золотистый. Слушай, Ира, так ты же по специальности строитель или инженер, строитель, дизайнер? И то, и другое. Очень интересно, мне нравится. Подожди, ну это наклеено. Это наклеено. Это обои, это, да, наклеено. Это я обои наклеила. Да, это как бы такая пещера такая. Ты там лепесточки-то еще делала? Какие лепестки? От моей картинки еще не делала. Начала очень даже интересно. Мне нравится. От твоей картины я вот сделала кусочек, видишь? Но, от моей картины-то еще она, видишь? Из остаточков наделала.
картина мне понравилась, Ира. Вот я сейчас посмотрела в любые. А, кстати, Ира, у Дэниела спрашивают. Стоит вот все вот тут, вот и вот нету времени, я хочу. Ну, испортится качество-то. Ничего не испортится, зачем оно испортится? Не переживай. А мне надо сидеть? Один лепесток у тебя взять, один, а остальное... Это там, да, вот мы-то, да. Оборвалось у тебя что-то? Не, ничего не оборвалось. Я тебе, Люба, это все отдам. Вот, видишь, начала она. Молодец, да. Я тут хочу просто как бы небольшую композицию сделать. Ой, бассейник у вас какой. Да, самое красивое это бассейн. Тоже вот старая красочка немножко облазит, да? Это не краска, это как бы после дождя пыль сюда... Нет, дно. Нет, нет. Вот темное ты имеешь да. в виду? Нет, нет. Я тебе объясняю, что когда дожди идут через скрин, вот эта вот пыль немножко оседает, вот она же там циркулирует. А, я думала, это пылесос у вас есть? У нас есть пылесос. Есть. Чистая вода. Но у нас не мотается постоянно, чисто. Мы пропылесосим, убираем. Давай, лопату бери. Ну пошли, покажу тебе. Ну хорошо. Видно, что да. Ухож. Уже выросла. Вот только что тут ободрала вот эти вот листочки, потому что, слушай, знаешь, уже и это привезенное с Урала все. Таня, я привезла несколько отросточек, несколько деточек. Вот таких вот. Вот малыш. Теперь я узнаю его, Каланхойца. Вот надо это сначала воду, да? Там... Воду надо, чтобы корешочки сразу дали. Сразу я тебе сейчас деток надергаю прямо с корешочками. Ты сразу посадишь. Да, давай. И тоже будешь маски делать. Там... А это что ты обломила? Знаете, ой, слушай, а вот сейчас вот дергала, наверное, нечаянно. Но надо он, видимо, сочный от дождей. Да. Вот, отдай ей. Он всегда сочный. Нет, я иди тогда с корнями. Это сейчас переработаю. Это, кстати, вот здесь где-то нашла, гуляла, тоже нашла каланхой. Вот американский уже вырос. Да? А такой же, да? Нет, он разный. Разный? Здесь все чувствуется. Ну, смотреть-то особо нечего. Как? Вот не замерзли у тебя? У меня они вот были тоже, замерзли они один год. Они зимой замерзли сейчас где-то. А, мне, знаешь, снова что? Отросли? Ананас растет. Ананас, у меня тут три штуки, видишь, Люба? А где березы-то у тебя? Ананас, видишь? Хотя мне Оксана давала, знаете, вот этот, плоды-то. У Наташи-то еще повыросли, как они. А, скажи, я вас сейчас подведу. Ну, скажи папайя. Мне, папайя. У меня все съели. У меня вот эти посадила. Кто тебе давал, Оксана? Да. Они, березы вот они у нее, видишь. Гибискусы, и это ничего посадить я же нельзя. Давала несколько папай. Вон березы уже смылись, надо еще подкрасить. А вот да, это смылись. Что? Вот это в горшке. Это, да. Смотри, видишь, вот начинает распускаться. Я не знаю, девочки, как вас зовут это растение. Ты, кстати, мне тоже Оксана давала. Вот, не папайя? Нет, не папайя. Я не знаю, как называется этот цветок, но это как бы куст такой. А, вот они вот такие огромные, висят, огромные, да. Огромные, такие я гуляю, видела, да. Да. Несъедобные. Несъедобные. Нет, вот эти у тебя начинали цвести, да, да ты в Чикаго поехала. В Чикаго уехала. Все, кактус весь был. Один раз. 50, да. У меня есть видео одно, ты, наверное, видела. Ну, цветет только я ночью. Хорошая. Вот сейчас он отдыхает, скоро начнет. Так, где наша вот папайя? Вот это у меня девочки тоже привезла из Екатеринбурга. Жасмин. Ну, вот только что нюхала, отпал цветочек, он, видите? Только что, говорит, нюхала. Ну вот он другой, чем у нас. Он другой совершенно. Чем у нас на заборе жасмин, совсем не такой. Что-то я не унюхала. Глянь, как у тебя тут они растут хорошо. И ты знаешь, Люба, в прошлом году мне приехали в гости две американки. У меня вот этот куст, этот я в лежанной отращивала. А этот вот у меня стоял на патио. Весь цветет и цветет, и цветет. Они приехали, поохали. Через два дня он у меня весь почернел, листья все скрутились. Все цветы, конечно, отпали. Это было в прошлом октябре. Вот сейчас уже октябрь, вот год прошел. Да ты что? Я его выходила. Вот видишь, он уже как бы смотрится здоровый, но ни разу не цвел. Не знаю. Глаз такой. Ой, у тебя как хорошо. У меня одно время вот тоже так вот было. Потом замерзли и все что-то. А это красиво как. У вас пробегают? У меня здесь живет ракун. Сейчас вот классно, да. Там видишь, забор у соседей упал. Хорошо. И он оттуда, видимо, сюда, там уже дорожки, тропинки протоптал. Приходит ночью такой хозяин, босс, каждую ночь. Ломается вон там, перепрыгивает. Жанна у меня вот была позавчера, мы сидели на патио. И слышишь, я говорю, ну вот, хозяин идет. У нас и тоже ходят, знаете, Сочи с ними играют. На заборе сидят, а Сочи... Ой, как я испугалась. Страшно. В дом зашел, не волнуйся. Да ты что? Два дня назад, через кошачье вот это. Дырку. Кошачью дырку, это было что-то.
Я, значит, у меня бессонница. 12 не сплю, час не сплю, пол второго свет выключил, думаю, надо засыпать. И вдруг слышу на кухне, а дверь у меня закрыта, и чтобы никто не заходил, я все забаррикадирую. И вдруг я слышу такой шум, как будто кто-то вот тащит, таскает. Они шумные, ведь лазят, все делают. Полиэтиленовый мешок какой-то. Ага. И так вот прямо вот туда-сюда. Я, боже мой, я так испугалась, я всех боюсь вот этих животных. Ты тогда рассказывала на дне рождения, кто-то у тебя там бегал? Крысы, что ли? Мышка. Мышка была. Мышка у меня в комнате была. Теперь я баррикадирую, комнату, входа нет. Но я слышу такой страшный шум. И вот представляете, я думаю, что делать, что делать? Позвоню Дэвиду, так 2 часа он спит в своей спальне. Думаю, нет, не буду. И я не вышла, я спать легла. Mm-hmm. Что вы думаете? Я думаю, так, утром боюсь выходить из спальни. Звонишь Дэвиду. Нет, но я вышла. И так иду, я всегда, вот когда выхожу. Ой, да не утром, говори. Боюсь, то зайца принесу, то белку. Ага. То, ну вот, короче, я выхожу, девочки, и что вы думаете, я вижу? Мой Габич Кен, который на кухне, вот этот высокий белый с мусором, ну там, когда немножко остается пищевые отходы, я обычно в коридор выношу, но если совсем мало, я просто этот мешок так загну туда, чтобы не было доступа никому. Значит, мешка там нет, валяется этот Кен белый, а мешок рядом с дыркой. Вот эта дырка, ничего себе, выходят, он туда притащил, хотел взять на улицу. Вытащить. Дрызг, разорвал, все валяется возле этого. Дырку-то не мог вытащить. Дырку не мог вытащить. Мы его наблюдали уже недели две. Подходил вечером, ночью, когда темно, и пытался лапой. Я говорю, Дэвид, они когда-нибудь зайдут к нам, зайдут. Вот случилось, пожалуйста. Ну это вообще... Я всех боюсь. Ну, кстати, вот это вот дерево, это черемуха. Да ну! Черемуха. Тоже из, из Екатеринбурга. Красная птичка. А, ну, о, кардинал. Кардинал. Кардиналы тоже к нам прилетают. Девочки, а вы видели этих, которые назад-вперед летают? Бывают у вас? Как назад-вперед? Нет. Вот это вот дерево камфора. Красненькие. Нет. Вот иди понюхай. Ну ты ягоды черемухи не видел, а цветет она черемухой? Камфора. О май гаш, что ты с ней делаешь? Слушай, ничего не делаю. Обрезают, когда она растет. Камфорное сильно. Масло. Камфорное давай производи. Я знаю, что цех открывайте. Камфорный спирт. Она, знаете, она такую как бы создает такую ауру, под ней все цветы хорошо растут. Это ты посадила ее. Она сама выросла. У нас растет вон там на фронт-ярде одно дерево. Угу. А это вот уже при мне выросло. Посмотрите. Красивое. Она по себе, да, оно само по себе. И оно опадательство, нет? Нет. Нет? Нет. Боже мой, что, чего такое? Понюхай вот этого. Нет. Ну прям камфора. Ну камфора. Камфора, так приятно. Ну ладно. Вот это девочки лавровый лист. Лавровый лист даже есть. Ой, люблю лавровый лист. Я всегда, у меня приправа номер один. Вот жена 3 года не знала, что это лавровый лист растет. Я у Ани видела в Сочи. Шишечки какие-то посмотрела, так это лавровый лист. Ну знаешь, я их пробовала посушить. И что? Их, видимо, сушат как-то, какая-то система засушки у них, наверное, определенная, потому что... Да вот он пахнет, лавровый. А вот когда посушишь... Отломи ветку-то. Пахнет. Бери, господи, вон, смотри. Мешочек. Где у тебя? Нету с собой мешочка? God. Я хочу посадить. Ну-ка. А как его садить? Нет, это знаете что, девочки? Это кто-то садил до этого здесь жил. Может быть, посадил быть, лавровый лист, камфорное дерево. Это камфорное просто... дерево, говорю, при мне уже выросло. Ну, может быть, там... Вот ему всего 2 года, посмотри на какой-то... Ничего здоровый. Себе. Там какой-то был корешок, может, который не воспроизводился. Не знаю, как, но я тут все перекапывала, его не было. Вот это вот у меня... Богатство-то у тебя сколько? А это что вот за деревце? Это Red Brush. Я его сама посадила, вот это красными метелочками цветет. Слушай, я хотела тоже... Макнатенькими. Да, мне так нравится. У меня что, у нас было погибло. Знаете, в нашем зоопарке. Я купила такую... Шишечками. И цвело, да? Оно цветет периодически все время. У нас было, но погибло. Ну, цветет. Ну, сколько вы ходите? О, Иришка. Так, что, надо же, лавровый лист. Папайю. Да, вон мне папайя сидит. Когда я покупаю иногда зеленый, я такая счастливая. Мне так нравится, когда зеленый лавровый лист. Не сухой. Да, подбеливать тебе надо уже их не... Я раньше думала, откуда у тебя первый раз пришла, у нее только побеленные. Ой, май гад. Периодически созревают. Но вот это дерево, почему-то все мальчики у него
созреет, я снимаю, и они почему-то небольшие, не такие, как у Наташи. Наташа здоровая. А эти почему-то мальчики. Но они съедобные. Ну, у нее цвет другой. У тебя еще не спелая, видимо. Они еще не спелые. Они тоже желтые, тоже такие мягкие, тоже такие же вкусные. Тоже Оксана ты взяла. Почему? Так ты можешь, это я сама вырастила. Ну, тебе нравится папайя? Оксане-то я дала папайя. Тебе нравится папайя? Мне нравится. Тебе нет, мне нравится. Мне что-то блевотину напомнило. Нет, мне нравится. Мне нравится, вкусненько как-то. Не знаю. Холодненькую почистить в холодильнике. Ты, может, либо переспелую какую-то ела? На один раз она только меня Наталья кормила. Нет, она хлебали с ней на камеру, вкус сидели. Нет, не плохая, мне нравится. Как его? Розмарин, по-моему. Тоже, глянь. Это что? Вот это, знаю, тещин язык у меня от вокруг дома. Вы знаете, у меня его много. Вы знаете, он очень редко цветет, тещин язык. Он раз то ли в 10 лет, то ли цветет. Почему? У меня вот все в это лето. Цветет? Да. А как часто у тебя цветет? У меня не цветет. Девочки, ему, наверное, 2 года всего я посадила. Он через раз в 10 лет. У меня вокруг одной стены полностью тещин язык. Как часто? Раз 10, по-моему. Да, девочки, у меня я ни разу не видела. Такой тещин язык. И однажды зацвел, а как он пахнет хорошо, он такой симпатичный. Розовые цветы. Да. Розовый, да? Нет. Ну, беленькие, желтенькие. Бело-желтенькие такие. Вот, да. Метелочки такие выпускают, пахнет вкусно. Я прочитала, я думаю, да что такое цветы на этом. Это еще вот мой первый муж, он это откуда-то принес. И вы знаете. Я почитала, что он очень редко цветет. То есть я оказалась такой счастливой, думаю, вот у меня зацвел. 10 лет это тебе большой. Я, знаешь, я купила веремины, вот такие вот здоровые мешки, и подкармлю, потому что же почва песок сплошной, грубо говоря. Витамины. Я витаминок насыпала, вот он у меня цвел недавно. У меня вот закончились, все время тоже подсыпаю. Ну, люб в Walmart, вот такие здоровые мешки по $13. Витамины так и называются. Не, ну это удобрение, да, фаталайзер. Пошли, покажу мне там. Давай, копни, копни, что ты хотела ей копнуть-то? Удобрение, да. Ладно, Ирочка, скажешь, когда в следующий раз тещин язык зацветет. Но мне интересно. Поймаю, если его. Ну да, через 10 лет. Я вообще свой не видела, ну у меня, видишь, за домом в углу я не видела. Очень редко, Люба. Вот. Может, и цвел я не видела. Там сейчас цветы, ты их люби, потому что если не любишь... Ой. Я очень люблю, ты что? Вот, давай покажу. Девчонки, весь бардак вам показываю. Я там боюсь, может, мыши там. Ну, не быть, ага, фаталайзер. Вот такие мешки покупаю, это удобрение. Для всяких, для цветов. Санниленд. Санниленд. Всякая разная. Гарден. Мыши, что ли, покрыли? Да, 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 дырочки. Мыши, наверное. Эти мыши прямо уже все. Все животные, все мыши. Как-то у нее цвело уже, вот у нее до... Летом она мне высылала, полностью все в цвету было. Как называется? А в Чикаго поехала. Это жасмин вот она. Ну, это вид алоэ какой-то. Но как это вид алоэ? Вот эти-то. Совсем нет, не алоэ. Нет, это кактус. 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 Вид кактуса хотела сказать. Вид кактусовый, да. Вид кактуса. У меня 2 кактуса растет, веточки у Люды взяла, и у нее такой большой кактус тут дома, и цвел прекрасно. У меня уже пошли эти, прямо вот такие взять, какие-то ветки затрепанные, засунула. Он, видишь, с корешками на те. С корешками, вот мешочек. Хорошо, классно. Чуть много надо? Я тебе могу много надергать. Да нет, зачем много? Ну если у меня не съедят, они вот все у меня едят, белки, нет, да, белки. Это не едят. Белки нападают. Не едят это? Белки нападают. Рыкунцы, они что же овощами, фруктами? Ну вот все они сметают. У вас, наверное, там потому что вода, много животных. Да. Вот речка рядом. Гибискус я садила, гибискус съели, маленький гибискус. Наверное, потому что вода, там много у тебя животных. Хорошо, люби, лилей. Ну я вообще люблю. Ну мы уже выноси, мы, может, уже не будем заходить тогда, да? Почему? Бумажки. Хочешь заходить? Бумажки забрать. Сейчас надо. Пакетик тебе. С той стороны уже. А уже с той стороны. Не знаю. Да? Грязь, чтоб не тащить. Не знаю. Тань, у меня есть 2 вида алоэ. Да. Один мне дала соседка, один вот мой екатеринбургский. Давай, русский. Екатеринбургский, да? Лучше, наверное, наш, да? Так алоэ у меня есть. А, алоэ у тебя есть, тебе его не надо? У меня алоэ есть, хороший, два куста. У меня тоже много алоэ. Да. Приехали за бумажками, пошли по саду. Да, так я увидела, у тебя там листья намыты, я думаю, вот дает. Да.
Ну они же такие. Вот они вяжут с корешками, они нормально все, они быстро приживаются, живучие такие. Ну так поливать особо не надо или не надо? Не надо, ну чтобы не сохли, не горели, посади, чтобы вот. Ну сейчас дождливое время, ну, хорошо. Жаркое солнце. Я в палисаднике. Наш место в палисаднике. Я там огород садила. Но вот да. Все ели эти... Как тебе Чикаго-то? Понравилось? Понравилось, понравилось. Здорово. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Через дом. Чикаго так здорово. Все говорят, что люди в Чикаго. Да. Первый он ничем то не Нью-Йорк напомнил. Все под впечатлением. Спасибо, Ира, посажу. Взять на завтра. Сегодня нет, завтра. Ну что, забирай вот это все. Это уже использовано. Ну уже сегодня отправлять поздно. Ты не будешь посылать? Не буду ничего больше посылать. Вообще никогда? Никакие. А зачем? Кому ей посылать-то? Кому? Не. Есть мама. Есть мама. Она ездит часто. Я езжу каждый год, все, что надо, я привожу. Люба, это твои. Да, по доллару тоже. Вот видишь, она мне подарила доллар. Доллар 100. Это, знаешь, это место, где делают деньги. По-моему, 2 или 3 места всего в Америке есть. Я знаю. А это в Денвере, в Калифорнии. В Пенсильвании делают. Ну, Пенсильвания рядом с Нью-Йорком, да-да-да. Там делают, точно, я знаю. Что, Бенгрии доллары делают. Там? Деньги. Деньги? Да, да, а, да. Деньги. Ну ладно, настоящие. Ира, ну хороший у вас сумик. И вообще, вот фотки у нее, посмотри. Такой хороший. Район уж очень тихий. Ну, я знаю, что уже как-то уже начинаю привыкать, что я... Это у вас что, бич свадьба? Да, было на свадьбе, да, на берегу. Бич. Свадьба. На океане, на берегу. Да. Свадьба на океане, да. Ну да. Это я смотрю 90 Day Fiancé программу. Люда мне подсказала, я стала смотреть. TLC называется. TLC. TLC. По воскресеньям, субботу, воскресенье. Но мы записываем, муж мне показал, как это. Я записываю с первого сезона. Первый сезон в каком-то... В 2006 или 2008 был. Я стала все смотреть вот с самого первого. Интересно. Я раньше записывала передачи, да. Жених или невеста из Америки, а вторая половина либо из Южной Америки, либо Россия. Россия, Украина, ну то есть бывшие республики, практически вот обязательно есть пара. Из России интересно прослеживать их судьбу. Они у них же 90 дней это виза невесты. И вот все это показывают, как у них отношения начинались, как познакомились, как начинались, складывались, и потом результат. Ну, я до результатов не дошла, но уже кое-кто разводится. Я сейчас смотрю, да, Октоберфест. Почему? Он приглашал девочек на Октоберфест. В эту субботу-воскресенье будет фестиваль пива, да, он называется, наверное. В Стэнфорде, в Даунтауне. Мы были там, да. Мы идем с Людой в театр. Мы идем в театр, едем в Орландо, Шекспира театр. Там будет русскоговорящее представление, русскоговорящие артисты. Такая труппа, я не знаю. Они всего двое, да, я поняла, ты мне скидывала. И они будут... Она живет, эта женщина, в Майами, которая режиссер, постановщик, и второй приедет из России, ну он какой-то тур, у него тоже актер, и вот они будут давать спектакли. Мы купили билеты на этот театр, и мы поедем в субботу. Вот суббота это 12, в 7 часов вечера это будет представление. Вот так у нас. Ну ты покажи орешницу-то. А, орешницу? В смысле орешницу какую-то? Ты орехи-то как делаешь? Орехи же? Орехи? Нет, руками. А как? Одно орешка к другому лепится. Глянем на бизнес. На бизнес. А как ты их лепишь-то? Ну вот они. Так, орехи. Еловый ранг, это вот синема. А я думала из теста орехи. Это называется в глазури. Орехи в глазури. Это со вкусом синемона, это как корица, да? Да. У нас синемон, лимон и ром.
Ты их дома делаешь? Дома вот мы с Дэниелом вот как-то ходили на базар, там прям при нас вот делают некоторые. Нет, нет, это надо очень другой. Долго делать. Каждую партию часа полтора у меня да? уходит. На каждый 7 Мы как-то с Дэниелом покупали вот полтора это. Полтора часа уходит. Сколько такой пакетик? Такой пакетик $4 мы продаем. Ну не сами по себе дорогие. Это там в Пабликсе однажды. Но твои вкуснее. Я ж мы тогда попробовали. Ну-ка, давай я у тебя куплю, у меня это самое. Я тебе так дам. Вот смотри, нет. Вот они сами по себе дорогие. Ой, я тоже такие. Да, пикант. Я точно да, такой пикант. Покупала. Сам склад можно. Сам склад, да, это да. $13, да. Вот я раньше покупала, но я так много ем, если дома у меня они есть. От орехов вес, да. конечно, прибавляется. Вот сейчас давно не ем орехи, а все равно вес прибавляется. Надо тогда не есть мясо и рыбу, а надо заменять орехами. Не, я тебе рассчитаю. Заменять орехами надо. Я пробовала уже, хорошая штука. Но вот такое сильно сладкое. Сладкое? Да. Нет, они не очень сладкие, ты можешь открыть сейчас. Как конфет, ну открой. У меня ключи. Ну да, с чаем, вот я с чаем тоже. И твои гораздо вкуснее, Ирочка, чем в Пабликсе. Вот я говорю, у меня я купила... Ты покупала вот такие орешки да. в Пабликсе? Buy one, another free. I always buy something like this. Я пробовала, и на хорошие орешки, я знаю. В прошлый раз Адриан приехал, практически пустые все эти коробочки, все разобрали, потому что люди уже знают. А я считаю, очень хорошо вот такой пакетик взять, да? Конечно. Он и небольшой, и не маленький. И мы продаем недорого. Ну вот Адриан говорит, давай говорит, по $5 хотя бы да. на Октоберфест. Попробуй, да. Давай. Конечно. Потому что реально они сами себе дорогие. И очень много работы с ними. Ты говоришь, 4 часа вот это? Нет, полтора часа у меня уходит, чтобы сделать вот 7-8 таких пакетиков. Ты их обваливаешь в этом и... Я делаю, значит, миксую. И в духовке, да? Микс делаешь? Делаю меранг. Добавляю туда вкуса, вот у меня тут эти синнамон, видишь, что это вот как бы пошел, покупаю. Дальше для лимона, ну сейчас покажу, расскажу. Ну вот, все начнут готовить, и они рассказывают. Для лимона у меня экстракт такой, для рома у нас экстракт такой. А разного вкуса вы делаете? Конечно, лимон, ром и синнамон. Вот это мы все закупаем. Тут тебе еще плюс сахар немножко, на плюс яйца. А я думала, из теста орешки. Ты что-то сгущенку тогда смотрела. Я, кстати, тоже хочу, но вот мне еще времени не хватает. Расширить бизнес. Она сгущенку смотрела. Она же у меня приземлилась около Белса. Мне надо отвезти ее. Я еще домой. Оттоптать меня. Она там... А, машина там у тебя там, стоит. Да, да. Я там ее встретила. Еще приглашаю завтра, теперь вот надо. Я еще, кстати, не использовала твой этот абонемент неделя. А у меня еще один есть. Да ты что, надо будет походить. На этой неделе я свободна. Вот желание в спортзал. Завтра, наверное, на зумбу можно будет сходить. Вечером, да? Да. И на степ-класс к Вильяму. Ну, можно будет, да-да-да. Давай-ка завтра. Ты так, если ты пораньше приедешь, ты не хочешь? Нет, а ты свободна завтра? Ну вот посылку отправить. Зумби, там эти прыжки, скачки. Да, у меня что-то заболело. Если ты можешь прыгать, ты можешь просто стоять и свое удовольствие как-то двигаться. Нет, я все повторяю, что она делает. Ну там такая женщина, она такая активная, такая музыка у нее шикарная. Понравилась им. Мы ходили же с Людой два раза на эту зумбу. Насмотрелись меня. Не-не-не, они там у себя. У нас тоже тогда зумба же везде. Ну что, они из Сэмфорда, конечно, далеко. В сауне посидеть, в бассейн сходить. Давай завтра вечером. Давай завтра вечером. А мы с тобой с утра? Ну, конечно, уже, наверное, с утра. С утра, ну, да. Посмотрим, как погода будет. Еще ведь завтра такой дождь передают. Вот мне, оказывается, прислали, видишь, другие, а я ж ни разу и не это. Вот видишь, как да? хорошо. Это вот российские как раз вот такие. А ты мне предлагала, я говорю, у меня есть. А сейчас... Я бумаги перебирала, думаю, надо их... А мы уже посылку собрали, все, и начали бумажки оформлять. Я достаю, она говорит, не те бумаги. Ну ладно. Спасибо, Ирочка. Не те двери, Танюша. Спасибо, не те двери. Пожалуйста. Ты видишь, вот... Ирочка, спасибо, я вам с каким кульком, пожалуйста, не говори. Даже чаем мы сюда, да? Спишемся завтра, может, правда, сходим. Посидим, покупаемся. Рабочий стол работает, уже готовлюсь. Мы же дома. В сауне. Ну все, девчонки, закат такой шикарный сейчас. Да. Так пойдем завтра, Таня. Да не знаю я. Во сколько вечера?
Во сколько там, 6 любит, да, зумба? 5.45 зумба. Ну что, она потом ехать ей обратно, да, тяжело. Ну считай, на зумбе час. Нет, сам не, немножко, на зумбу я немножко. Нет, я не могу, я делаю все упражнения, потом нога болит. Ну да, а что из-за сауны? Ну у меня тоже вчера спина. У меня разрыв коленный. Но когда мы ходим с Людой, они гуляют. Я кручу свой тренажер, у меня ничего не болит. Пошли, еще дыньку покажу. Дынька! Дыня тут еще раз. Ну вот дыни-то клюют, а у тебя уже плод-то есть? Вот, кстати, вот это вот камфора 3 тоже. Если не съели, вон видишь, она та растет. Ой, господи. Ну, подложи чего-нибудь, то сгниет. Да? Слушай, вот да. Это тоже дыни, да, везде цветут? Да, 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 или да, это да, уже да, огурцы? Дыни. Вот уже и вишь едят, надо чем-то брызгать. Листья едят. А не хочется химию? На, милая моя, а без химии никак. Ничего не вырастет. Ну ты правда сказала, надо подложить. Это немножечко подложить, да, и уже листья. И следи. Да, так дыни вот, похожи. Я так дыни. Обрадовалась, что у меня там дынечка завелась. Все равно интересно. Ну да, для экзотики не есть уже. Ой, Иришка, ну молодец, молодец. Удивила опять, как всегда. Своим садом. Разнообразием своего сада. Такая, о, какая красота такая-то. Антиквар такой сплошной, антиквариат. Ну не говори, да, у меня такой муж. Вот, молодец, молодец. Там все восторгались твоим мужем, такой весь. Да, и книгу написал. Вот такой, Танюшка. Сколько вы в браке-то, еще напомни. Мы в браке. 6 лет. 6 лет в браке. Ты же гражданство получила? Да. А ты 2 года, да? Нет, 3 у нас. Уже 3? А то у меня выскакивает твое видео, или у Наташи оно выскакивает, 2 года там пишут, а уже, я думаю, не может быть, что 2, больше вроде. В 16-м году. Да. Свадьба-то была, да? Да, как время летит. Мы же были на свадьбе у ней. Да, с Наташей. Да, да, да. Ну так, а мы женились без свадьбы, у нас дома была вечеринка. И мы без свадьбы. Родственники одни были. И без родственников. Ну конечно, это красиво, но не в этом суть. Суть-то не в этом, да. Ну зато память все равно. Ну конечно, фотографии такие красивые. Платье красивое все. Сейчас было это, не Вестерин на Фейсбуке там выскакивает. Выскакивает, да, мемори. И все пишут, ой. Поздравляют снова. Все помнят этот вейдинг. Конечно. И танцевали там, и Андрей там. Ну, вообще какая-то атмосфера была такая. Да, Андрей живел, да. Так я так, я вчера вспоминала на работе, кстати. Да? Нет, не вчера, а вчера был понедельник, воскресенье. Своей медсестре рассказываю, говорю. Нет, не медсестре. Кому я рассказывала? Не тебе ли? Ну, я же на русском говорила. Ладно, с кем? Рассказывала? Еще расскажи, может быть, я забыла. С кем-то я на русском говорила. Ну, что ехали с твоей свадьбы. Что я рассказывала, что я обычно не напиваюсь. А тут, видимо, сильно танцевала. И алкоголь же другой у вас какой был. Никакой я, наверное. С Наташей едем. Знаю, что вы там пили. И вот я а кому рассказывала, не помню. Ну, на русском что же. Там было? Ну, не мне. Еду, главное, и рассказываю. Ну, впечатления же, мы наплясались. И что-то у меня язык стал заплетаться. Наталья еще такая, пьяная, что ли? Я говорю, слушай, наверное... Да, Люба... Выговорить не могу уже. Дня на жаре, помнишь, как... Да, мы же на пляже... Я говорю, на пляже да, были. Конечно, на жаре там, вот, ну, просто устали. Пили, да, плясали, а да. Плясали-то весь вечер, там вообще разойти. Главное, я такая удивилась, конечно, вроде не пьяна, почему язык-то не поворачивается? И вот в воскресенье я вспоминала, а кому рассказывала, не помню. Ну, на работе-то, не на английском. Память, впечатление и память такая осталась, да. Что меня удивило, да, у меня такое... Ну, ладно, девчонки, давайте будем... Ладненько, давайте все. Пока-пока. Все, Танюш, давай, если, может, соберешься, завтра поехали с нами. Люба, мы с тобой идем. Да. Мне как раз выходной, я с удовольствием, я пойду опять к этому, к Вильяму, сначала на степ-класс. Да, напиши мне, когда ты пойдешь, может быть, я тоже пойду. Да, можно ж немножко там. У него очень мне нравится, в одном ритме, без особых перегибов, знаешь, таких дурацких. Ну, силы-то хоть останутся на зумбу? Ну, не останутся, пойду в джакузи тебя ждать. Мне спина что-то побаливает, вчера накрутила задницу, видимо. Давай, пока. Вот ой, это ты без пояса. У нас не пикает. Иришкины меня... орешки будем щелкать.
ладно, значит, мы завтра как? Ну, посмотрим, как погода, созвонимся, да, Люба? Да, в любое время, с утра, да, я коробку с собой возьму, мы там сразу оттуда наберем почту. У меня почему-то вот не выдает провиденс. Ну, вот завтра хорошо, чтобы не поздно, если какие-то проблемы будут, выдаст уже там, где нет, знаешь, FedEx, чтобы была возможность поехать в другое место, чтобы время было. Потому что кто его знает, может, меня Providence не выдает. Вот это ж Providence, вот он. Вот это? Вот он. Providence Boulevard 1375, что ли. Ну, мы сейчас повернем на ЛК. А, номер есть там. Может, Ерей знает? Мне кажется, там какая-то плаза. Чего мы у нее не спросили-то? Ну ладно, да найдем завтра, Люба. Она ж, наверное, нет, она в Орландо возила. В Волгринсах есть FedEx, тоже в Волгринсе, но я не знаю, никогда не отправляла, и они рано закругляются. Но в Волгринсах есть FedEx, да? В Волгринсе, да. Посылку загружаешь, берешь квитанции, да, Люба? Ага. Все? Квитанции, ну да. Ну что, и мы опять убился, встретимся, что ли, да? Или что? Да, чего? Ну давай. Красиво, мы проехали по Далтоне. Вон деревья, видишь, какие растут. Мы с Людой, да, Люда меня везла. Вот это дерево мне очень нравится. И мне так... Ну, понравилось, красивая, она вся в зелени утопает. Мне нравится, что лес кругом. Хорошая Далтона. Ну, Люда говорит, что только она так вот вытянута сильно. Растянута, то бишь. А так, ну-ка, поди, мне уже Люда позвонила. Она мне обычно каждый вечер звонит. Ну, когда выходит с работы, говорит, так, я домой переоденусь, встречу у клуба и пошли. У клуба? Ну, у нашего клуба там встречаемся. Я туда подъезжаю к клубу. И она подъезжает, начинается, да? Конечно, Люда мне звонила. Вот Людмила Аниски. Будешь перезванивать? Ну да. Ну давай. Пока.